Толик достал крючок и побежал на рыбалку. Или нет? Блин, откуда у всех такие эти? Ага. Вот спонсоры крюка. Грузинский якорь вроде бы похожий. Я забыл, как называется. Зуб кого-то там. Так, ребятки, заезжает патрол с жесткими диагоналками. Смотрите, что творит. Это уровень, я вам хочу сказать, ребят. Это уровень. Так как они зашли, я хочу сказать, они могут... Осторожней! Так как они прошли вот этот первый участок, это... Я хочу сказать, что... Это... У меня нет слов, даже не могу подобрать. Если они даже так проходят, то и саундтрек здесь не нужен. Это... Это не шутка, честно. Да-да-да-да. Старался, но не шутка. Хорошо, когда есть знакомые на алюминиевом заводе. Правая сторона, что там у меня? Право, алюминий, организатору было, чтобы интерес. Говори, чтобы саундтрек сейчас не бахнул никому. Смотрите, он сам выставился. Просто сам выставился. Вешка! Это обидно, очень обидно. Но саундтрека без саундтрека было бы намного интереснее. Я думаю, что с такими колесами он прошел бы. Я понял их нековарный план. Они вытаскивают этот бетонный колодец и проезжают. Вертикалка. На горизонте виднеется машина Житомира. Здесь они без саундтрека пройдут. Да. Я же не первый год. Если что, я спрыгну. Выходи, у тебя лучше выйти. Сейчас уже машина сейчас приведет, и все, лучше мыло нахер. Ничего там нет. Снимай без алерта. Ленты классных кадров не будет. Здорово! Рекламы автоспорта не будет. Я понимаю, но тут безопасность ваша тоже. Так, ребятки решили развернуться на лебедку. А это известный гонщик. Это очень известный гонщик. У него когда-то был УАЗик. Вы сегодня не выступаете, не, Виталий? А когда вы будете выступать? Через 5 лет, 10? За ленту, пожалуйста, ходите за ленту. Ребятки, хотел вам снять видео, но вы видите. Вешка!
подложи, подожди. Дай на пальчик. Алюминиевый профиль рулит, видите? Вообще, смотрите, Сантрек сам выставляет. Подкачка колес стоит. Ребят, это уровень. 6 минут. Я не понимаю, зачем убрали Сантрек. Вот так вот. Жека, 6 минут. Я думаю, что это самый правильный заезд. Я очень сильно надеюсь. Главное сейчас аккуратненько спуститься. Все, кажется, все, спустился, а нет. Видите, колесо поднимается заднее. Должно быть все хорошо, но надо вписаться. Развернуло. И теперь мы имеем финишную прямую. Желаю ребяткам первого места, потому что очень аккуратно, практически без ошибок. Вешка, вешка последняя, а время идет. Там крен. Супер. Ощущение, что тренировал. Супер. И главное, без единого мата. И после гонки остаться друзьями — это нечто. Кто нажимает? Все. Финиш. А можно было бы тяпнуть коньяка и сделать шоу. Увалить машину, перевернуть. Шоу будет.